Ритуалы на любовь, брак, дружбу и партнерство. На алой розе, на ёль. К северным богам. Первый вариант – к Одину. На любовь без разлук. Положить алую розу в снег или его имитацию. Серебряный или белый алтарь. И сказать: «В дар Одину». И продолжить. Один, алую розу тебе в дар дарю. Себе счастье прошу. Пошли любовь великую, чтоб от меня у человека сердце билось. Душа горела и кипела, счастьем пылала. Чтоб не расставались, не ругались, не ссорились, не изменяли бы и ладили вовек. И если суждено, что расставание случится, забери это из жизни моей. Прошу заклято. Ритуал в любое время суток в Йоль. Розу оставить в снегу и уйти. У алтаря, если делали, оставить под любым высоким вечно зеленым деревом. И говорите, о чем мечтаете, подробно. Снег как алтарь, но и должны вы оставить ее, как на алтаре, в красивом месте. Вы любви просите, ну, как мы ее положили сами в цветы, как видите. Она среди таких же цветов, нежно-алых, алого-розовых. Она лежит, если присмотреться, очень видно. Под вечно зеленым деревом. Это очень красиво. Это есть ритуал, это алтарь. Вы дар приносите. Это должно быть красиво. Он любит снега, но и цветы он тоже очень любит. И как у всех богов, их любимые цвета красные и черные. Это первые цвета, которые они любят, любые боги. Вообще любые. Это красота, и вот сейчас, когда он принимает дар, и в этот момент идет главная работа. И когда вы говорите, а вот сейчас, когда вы оставляете этот дар, он меняет вам события. По-настоящему начинает вот сейчас. Это самый-самый важный момент. Конец ритуала. Не когда он там добьется или что-то самое важное, пока горит свеча, ерунда это все. Вот он идет, когда вы его довершили. И самое важное в любом ритуале именно конец.
Когда вам отвечает сила, ритуалы, это когда сила вам отвечает, у вас с ней контакт. Это и есть ритуал. Они примут или не примут. Если вы на своей силе делаете, вообще можете ничем не пользоваться. Ни к чему вот это все. Дары, откуп, вы что, самому себе платите? Нет. Тогда можно просто загадывать желание. У кого как получается. А если вы работаете с силой, то самое важное в конце. Никогда даже горит свеча у вас в отливку делали, когда вы завершили и вам ответили. Но не ранее. Мы оставили дар, розочку. Это среди других цветов под деревом. Получилось очень красиво, как на алом алтаре алая розочка. Под деревом.